Всем здорово, ребят! Ну что, мы заходим на аккаунт моего подписчика Владимира. У нас здесь, как видите, нормальное количество самов, нормально, черкасов. Еще, я так понял, есть здесь самики. Ну ладно, мы их не будем трогать пока. Мы их оставим. Может, ему надо они. Не знаю, сейчас мы глянем. Ну, самики, не знаю, накоплено задонены, находится в гильдии Некромонгер. Босс 3, 21.30. Выход на факела 20.45, 20.50. Отбиваем за пропуск БГ-кик. Все очень коротко и просто. Третье, четвертое места. Ну и первые тоже, и вторые. Кидайте заявочки, вступайте. У нас жесткий сейчас, думаю, будет роллинг. Реально, фу-фу, ну круто падают герои. Здесь куча самов. И мы по-любому здесь выбьем какую-то имбу. Осма, Трифид, Командора, Седна, ПБшка, Ледяха, Оккультист, Землеройка, Свален, Асура, Арктика, Махатма, Капитан Рогатка, Бугимен, Фрэнки. В общем, поехали. Я думаю, сейчас будет жестенько. Ну, вы, как обычно, лайк, репост. Не забывайте, конкурсы идут. Такс. Трах тебе дох. У нас будет капитан Дрейк. Капитан Дрейк, бульдозер, ну. Рандомчик, вот давай, разродись. Паладин, это не имба. Панда, имба, гигант с холма, имба, 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 Дед Мороз. Ну, снова. Блять, я чувствую, троллинг опять начинается. Бог грома. Да ты издев... Фрея. Ну, это уже получше. Рино. Варлок. Хорошо. Ну, Фрея у него есть. Чик. Не, ничего нам не выпало. Или нету Фрея? Не, Фрея должна быть. Как же такой аккаунт? Как же такой аккаунт без Фрейки? Блин, 15 косамов, и как-то они улетели. У меня вечно самый быстрый улетает. Поэтому, сори, ребята. Трэш-контент у нас. Дракос. Я, если вы хотите видеть долгий роллинг, это не ко мне. У меня роллинги четкие, быстрые. Ворожей. Паладин. Но зато эффективные. В 99% случаев. Блин, что вот это такое? Раз, два, три. Бульдозер, приди. Кенди, приди. Так, вот сейчас должна выпасть на мимба. Что за фигня? Ох, и череп. Хоть череп выпал. Это просто адски больно сливать самоцвета на таких аккаунтах. Почему не падает, как у меня? Вот что это за фигня, укротитель? Это просто, знаете, это просто аут. Вот заходишь на аккаунт и ролишь там, выбиваешь, блин, у себя. Оно тебе не надо, нафиг не надо. А тут заходишь на чужой аккаунт, где, блин, куча, вот реально куча недостающих героев. Мы уже слили херову тучу самок, и мы все равно нифига не выбили. Вот как так? Сейчас будет по-любому жесткач. Наша тактика неизменна. Раз, два, три. Блять, что это такое? Нектоплазма. Валентина, добрый вечер. Бульдозер. Рыцарь. Вот мне интересно, у нас было 65, это что у нас получится? 35, это получится 50к. А, ведьма. Хранитель. Кенди, призрачный всадник. Ну вы издеваетесь, что ли? Они просто тупо троллят нас. Блять, опять Кенди. 50к самоцветов, ребят. Ну, 12-15 еще куда ни шло. Ну нифига не падает. Снова опять упал. Это просто жесть.
Ну, комец, я даже не хочу говорить. Роли молча просто. Ну, хоть что-то. Хоть что-то нам упало за 60к. Свален, блин. 60к, свален. Один, блин, герой недостающий за 60к. Вы что, издеваетесь? Варжеев за тот херову тучу нападало. Дракос. Это просто жесть. О, вот так вот пойдет. Вот это оно, вот так вот. Седнушка. Блин, ну надо Феникса выбивать. Однозначно надо выбивать Феникса. Либо Космо. А лучше обоих. Лея, Кенди. Я в шоке, честно говоря. Опять Кенди. Да вы чё издеваетесь? Я сейчас за 150 выбью капитана рогатку, блин. Дракула. Есть! Ледяшка! За 150, ребятушки, за 150. Да, вот это да. Короче, на таких аккаунтах надо ролить просто по 150. Не надо ролить по 450. Надо ролить по 150. Не идет. Заходишь, нажимаешь 150, 150, 150. Не, ну я-то нажимаю. Вы давайте героев сюда. Я не понял. Рандомчик. Так, ну Валентина, мы тебя не видели. Спрячься. Призрачный, ну такое. Блин, ну уже радостно. Ледяной Феникс, я считаю, это более чем достойно. Седна, топчик. Ну и Свален тоже один из последних героев, но ну, на таком аккаунте любой герой из этих недостающих будет реально топовым. Может все-таки перейти на роллинги по 150? Атлант, тыква. Ну, за 150 выпало намного больше героев топовых, чем мы ролим по 450. Малыш Ник. Имка. Блин, я хотел бы сюда еще, конечно, Космо. Слизни мы по-любому уже собрали. Но хотелось бы космич. Фрейка. Ну, смотрите, сколько Фрей падает. Это просто аут какой-то. Сейчас. Спрошу у него насчет складских самиков. Призрачный всадник, бульдозер, медузка, варлок, пика. Блин, да там еще толпа недостающих. Вот, кстати, бугеманы что-то не падают. Зато стрелки полным ходом. Капитан Рогаточка. Дрейк и Анубис. Это жесть. А, капитан Рогатка, ебой, блин, ну радует, радует, радует. Это радует, аж две уже выпало. Мне аж легче стало. Друид. Профессор Рибит. Хранитель. Еще один ледяной. Ну, вот это радует. Вот это радует. Я надеюсь, он 2 их сделает, потому что одного маловато. Но, блин. Вот это огонь, ребят. Хоть так вот. Просто космос. Ну чё, поздравляю, Владимир, у тебя теперь есть и космос. Космос, это просто нереально. Вот это, блин, жесть. Это жесть, ребят. Я думаю, мы ему заролим еще складские самики. Потому что мы явно здесь чего-то недовыбили. В общем, супер. Это радует. Все, дал добро. Раз. Два. Кайф.
открываешь этих героев и радуешься. Три, четыре. Анубиса вытащили. 5. Это просто жесть. Но это повторки у него. Повторки тоже крутые будут. Короче, 5 героев, ребят. 5 героев. Ну, Суккуб Сноу я их не считаю. Так, Суккуб Сноу. Махатму нам бы еще. Ну, блин, тут есть еще что выбивать. Так. У нас было 115, 15к нам надо нафиячить. Хочет, что у нас тут награды? Награды вроде не поменялись. Что-то он захотел 130к. Это все фигня. Это все фигня. Мы уже вытащили ему все, что можно, ребят. Стопового. Кроме оккультиста. Вот это еще единственное, что надо получить. И я считаю роллинг вообще мега имбовый. Трифит! Я не помню, есть у него он, нет. Одержимый. Нету. Супер. Шестой хороший герой. Жесть. Рад я, что мы так тащим. Вот это так мы втащили, ребят. 130к у нас. Ну, еще не 130. Сейчас, думаю, мы еще что-то подтащим. Укротитель. Варлок. Бульдозер. И знаете, вот начало роллинга какое было печальное. Вот просто... Там-тарам-тарарам. Там-тарарам. Жесть. Седьмой герой, ребят. Семь героев. Охрененных просто героев. Я считаю, просто охрененные герои. Ну все, ты мне должен по жизни лайки, репосты делать. Супер. Дед Мороз. Смерть. Это просто кайф. Вот на таких аккаунтах выбивать героев, когда у тебя ничего нету, а когда у тебя, блин, тоже еще и капитан Рогатка в конце. Ебой. Ну, что я могу сказать? Поздравляю, у тебя, блин, охренительный аккаунт. Сейчас мы посмотрим, что там. Так. Кого мы там последним? Ну, вроде всех. Землеройку открыли, поехали посмотрим на героев. Ну, с талантами понятно тут. Он был пятый даже выпал. Коробки есть, ну давайте на удачу. Что нам не везет. Ладно, не будем испытывать удачу. В общем, что, поздравляю. Мега топовый роллинг, мега топовые герои. Все как надо было. Мы сделали все по красоте. С вас, ребят, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.